Это товарищ, я не могу, конечно, я фамилию не разберу, ничего не разберу, но акцент ужасный, но и все равно я его разобрал. Хочу подтвердить такое наблюдение. Саженцы 19-го года от Сергея Железова. Черный абрикос, это самое, 3 года. Так, 50 сантиметров, это высота бугра, я так понял. Ага, нормально. Это самый-самый сквозняк, северо-западный ветер, лето, жара. Ничего еще, ни посадка нету, ни у кого что-то ничего кругом нету. Так, это осеннее пересадил. Ни 1 сантиметр не замерзло, не высохло. А у нас 22 метра вода. Ого. Лето ни один дождик от марта до июня. Сухая всегда. В общем, желаю удачи, черный абрикос. Но я всегда делаю из-за этого учебу. Черный абрикос абсолютно не самоплоден. Абсолютно. Окружайте его и абрикосами, и сливами. Вот тогда на нем будут плоды. А сам по себе он очень хорош. Так, теперь про уничтожение конкурента. Вот это письмо, это было напечатано, знаете, когда? Я специально, чтобы вы могли прочитать. Это было 10 лет назад. Газета моя любимая. Она меня печатала 10 лет, напечатала больше 100 моих статей. Вот. Ну, нужен скандал главному редактору, иначе кто его читать будет? И он взял, напечатал письмо Франца Халилова, кандидата наук, заслуженный работник сельского хозяйства, эксперт газеты «Сады Сибири», вот, из Татарстана. Потом прочтете, и увидите, как надо уничтожать конкурентов. Конкурент – это я. Вот. Я рассылаю, это он пишет, 30 лет, стараюсь осенью. Вот. Ну, я старался весной, но тут было так первых, знаете как, это такая подлейшая вещь, и я про нее в свое время тоже вылезал, попил и забыл. Но это еще не все. Дальше было продолжение буквально в прошлом году. Вот. Он взял и написал следующее, что Железов, у него климат теплее, чем в Москве. А он мне помог. Мне нравятся вот такие, это вас все касается. Вот эти разговоры вас все касаются. Вот. Потому что садить не садить. А второе письмо, тоже хамское, значит, все, что вы купите у Железова, имеется в виду европейская Россия, вот все у вас померзнет, потому что у него теплее. Понимаете? Ну, тебе исполнилось 80 лет, да? Вот зачем ты это написал? Ты что этот, что на острове, где аномально теплый климат, меня оттуда выжили вместе с огнем, да? Вот. Меня там близко нет. Чего ты упоминаешь то место? Хотя сейчас у меня место, где в среднем на 6-8 градусов холоднее. Вот. А уж Москву, мои персики, которые вы видели там, у Чернобая вы видели мои персики, там на Сахалине вы видели. Вот. Уже под Москвой можно не укрывать. Уже не укрывает этот самый Макаров Обнинск, уже не укрывает это самое, под Брянском это самое, Мезенов, вы понимаете? Ну что ты это, ну зачем, уже 80 лет исполнилось, сколько гадить-то можно? Именно, вы понимаете, это слово, ведь ты же не в курсе, ты не знаешь, ты эти годы о чем думал, что меня там нету, там, где это, аномалия тёп, нету меня там, там сожженный сад остался, вот. Кстати, еще пару слов. Еще когда я начал выращивать, есть такие приблотненные люди, а один был мой знакомый еще почти с Норильска. Подходит, тут у нас вот так вот делают пальцы, он как бы себя причисляет. Тут у нас сходка была, значит, постановили, значит, ну, естественно, будем, это как бы налог. Это что же налог? Мы будем браться, а Железова мы трогать не будем. Вот эта фраза мне на всю жизнь. Железова работяга. Вот. Когда сожгли сад, мне никаких претензий не предъявляли. Вот. Но это ладно, это жизнь, потому что когда-то у кого-то эту землю отняли, когда мне давал этот самый.
То есть, понимаете, скорее всего, с этим связано. Там были покосы, люди косили, ничего не платили. Просто покос, остров, покос, покос. Ну, тут бах, здрасте. Появляется железо, огораживается все это, дом строится. Вот. Караул. И кто-то решил, что его ограбили в свою очередь. Это, покос был незаконный, но был. А я откуда знал, где мне эти, как их называют, эти землеустроители нарезали, там и взял 5 гектаров, еще 6 гектар еще прихватизировал. Вот, видите, как бывает. Вот зачем это делать? А я это, ну как сказать, вот, ну, вот под этим настроением, да? Вот под этим настроением. Вот. Кто я, П или М? Раз нет времени ответить, значит я П. Я уже расшифровал эти слова. Но все равно неприятно. Вот в этом мире мы живем. А вот это караул меня ограбили. Это же моя фотография. А обманут тысячи. А эти фотографии каждый день, каждый день. Вот, каждый день. Ну ладно, теперь пойдем дальше. Значит, спасибо, уничтожил конкурента, или попытался уничтожить. А теперь вот эта таблица, она, я ее 2 раза показывал, я вынужден еще раз показать. Почему? Первое. Итак, Новосибирск, Челябинск, Абакан, Саяногорск, Мальный, Черемушки, это ближе ко мне, и Красноярск. Среднемесячная, трехмесячная. 18-20. Челябинск резко теплее. 14-19, видите? Абакан, Саяногорск. Всего на 1 градус теплее Новосибирска. Мальный, Черемушки. Всего на 1 градус теплее. И, наконец, Красноярск. 5-18-2. На 1 градус холоднее. На 1 градус. То есть мы от Красноярска и от Новосибирска как бы в сторону тепла всего на 1 градус их превосходим. Но это вы знаете все. Теперь я нашел наконец эту таблицу. Это важнейший разговор. Когда-то все это будет в очередной книге. Понимаете? Почему я это говорю? Я если успею, я вам еще кое-что с этой книги процитирую. Вот с этой вот. Смотрим. Самая главная тема, одна сегодня важнейшая. Минимальная температура на высоте 10 метров за 3 зимних месяца. Помните, статья вроде бы с умом написана, с цифрами. Там было так. На почве такая температура, на метр на несколько градусов, на 2 метра. Причем доводились такие точные цифры. И где-то на высоте 2-3 метров на 10 градусов теплее. Отсюда призывы. Внизу все вырезать. С чем я борюсь и буду бороться всю оставшуюся жизнь. Последний день буду вспоминать, когда буду уже это прощаться с вами. Все вырезать до метра. Потому что вот наделаем ран, потому что здесь холодно. Вот вникните в эту логику. Рана вторая, третья, полностью теряется морозостойкость дерева, через эти дырки проникает мороз внутрь. Сами же говорят, что этот метр самый морозный. А давайте пусть будет теперь наверху, вот этот метр ни при чем, это, оказывается, рано, это они безобидные вот эти вот. А потом начинает метр, а там теплее, а на высоте 2-3 метра, на 10 градусов. Да там же Африка, да мы там персики вырастим. О, ой, извините, я разволновался. В общем, я вынужден показывать. Внимание, это же не моя таблица, эту таблицу вручила наша общая подруга с Курдюмом, Байкова Галина Николаевна. Вот она. Это речь, пусть это будет наш район, видите? Абакан, Саяногорск, Майно-Черемушки. Вот. Может быть, в Европе где-то на 10 градусов теплее, хотя я не верю. Но даже если вы найдете хоть одно дерево, хоть одной местности, хоть один квадратный метр на всей планете, где на высоте 3-5 метров будет на 10 градусов теплее, там все равно снизу нельзя штамп делать сраными. Ведь речь-то идет, в принципе-то, о северных регионах. Мы же не лезем в Африку. Там свои законы. Понимаете? Ну, доказательства. Внимание. Трам, тарам, дарам, 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 дарам. Минимальная температура на высоте 10 метров. Новосибирск.
18-24. Итак, на почве, заметьте, за три зимних месяца. Дальше. За три зимних месяца. Температура, еще раз, на почве. Температура на высоте 10. Где холоднее? Ну-ка. Новосибирск, 18-20, 18-24. Где холоднее? Челябинск. Где холоднее? Абакан-Саяногорск. Где холоднее? Да 3 градуса холоднее. Ну что? Вот это я закончил тот самый разборку того. Потому что я умудрился, как только первый раз я прочитал, что чем выше, тем теплее. И у меня есть фотографии, у меня есть первые фильмы. Один фильм телевидение снимало. Кстати, я не могу понять, если у меня не меньше 50 съемок с разных каналов было в моем саду. Как человек написал, что я по чужим садам только шарюсь, а своего нет? Непонятно. Ну вот получается, что телевидение снимает, рядом стол, у меня не было еще этого беседки, а такой огромный абрикос, под ним даже вода, это, даже не каждый дождь просачивался. Вот, и под ним стол, а возле стола этот самый яблоня и, значит, 3 градусика я пришпил. Один на уровне земли, второй метр, третий 2 метра. Я на них наблюдал несколько лет. Мне иначе нельзя. Я учителя полез. Меня поздравляют замучителя. Несколько лет. Значит, или одинаково, или самое теплое место, ну, это бывало, видимо, сквозняк, не сквозняк, или самое теплое место у земли. То есть у меня уже никак на высоте 2 метров не было теплее. Ну, заканчиваем пока эту тему. Пройдет год, опять буду. Потому что мне же как, присылают, говорят, а вот посмотрите. И опять на высоте 5 метров, на 10 метров градусов.